Ребята, всем привет, вы на канале Алькаш ТВ. И по просьбам наших подписчиков, а их было очень много, мы записываем городской расход УАЗа Патриот 2017 года на МТ-шной резине, немножко поднятый, с экспедиционным багажником, объемом 2,7 литра с 409 мотором. Поехали! Так, наша задача. Мы сейчас едем на заправку Газпромнефть. Заправляемся до полного бака, до горла. Обнуляем спидометр и засекаем. Я думаю, 100 километров будет достаточно. Берем цикл именно город. То есть буду максимально ездить по городу, не захватывая объездную дорогу, дабы у нас расход был более такой правильный. Заправлять будем 92-й бензин. Так, отщелкнулся пистолет у нас на 38 литрах. И добиваем полный бак. Так, 39,95 вошло у нас. Так, ну что, ребят, продолжаем эксперимент. Заправились мы. Значит, пробег на начало эксперимента по замере топлива в городском цикле 20008 километров. Полный бак, запас хода 385 показывает. Так, и смотрим, обнуляем еще мы суточный пробег. Все, тест начался, и я поехал наматывать километры и делать дела. Для вас будет, я думаю, мгновение, а для меня несколько часов. Ну вот, ребят, уже третий день я езжу по городу, наматываю километры. И решил сделать замер не на 100 километров, а на 200. Дабы вообще усреднить полный расход на 100 километров. Поэтому будем отталкиваться сейчас на заправке по бензину и делить на 200 километров. Тем самым я считаю, что вот именно вот это усредненное, оно уже будет максимально приближенная к реальному городскому пробегу УАЗа Патриота.
А почему? Потому что в первую сотню все равно и компьютер где-то как-то может показывать отклонение. Ну и езда, в принципе, у меня не всегда только по городу, то есть бывают моменты каких-то небольших кусков там объездной дороги, поэтому 200 километров это прямо будет, прямо самый честный, можно так сказать, самый объективный обзор на расход УАЗа Патриот в городе. Проехал я сейчас 192 километра суточного пробега и 20-200 у меня основной. Восемь километров и мы на финише. Да, что бы еще хотелось отметить? Отметить хотелось то, что на машине я езжу очень агрессивно, кручу иногда до 4000 оборотов. Такая, ну, не сильно лайтовая езда, поэтому расход, я думаю, будет чуть завышенный. Но хотя дисплей показывает полбака. Сейчас проверим. Ну, ребят, мы на заправке. Пробег сейчас у нас составляет 195 километров 800 метров и общий пробег 20204 километра. На 4 километра мы схалтурили, но так или иначе приблизительно будет все понятно. Заправляемся на той же заправке Газпромнефть, именно таким же бензином 92-м, каким и заливал я УАЗик в начале теста. Заправляемся также до осечки. Уже 37 38 40, а нет, 38 еще пока. Так, заливаем до конца прям под горло. Все, уже пистолет не дает. А еще пока идет. Так, что у нас получается? Что мы имеем? 40 литров, ребят. 40 с половиной. Ну и соответственно, сами понимаете, результат 20 литров на 100 километров. Ребята, это был замер городского цикла расхода 92-го бензина на моем УАЗ Патриот. Если вам понравились эксперименты с нашим УАЗиком, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.